Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня, я думаю, интересный тест. Почему, вы, в принципе, сейчас увидите. Мы будем тестировать, как по мне, очень интересную сборку. Так, хочу все равно эту песенку, она меня просто тащит. Почему, тоже покажу, почему мне этот герой нравится, вы сейчас сами поймете. Это копия, по сути, Мэри. Вот такая вот у нас будет сборка. Но, что интересного у героя? Дополнительно деф, и самое интересное, дополнительно 10% от хила от максимальной жизни. Имеет иммунитет, ну, в принципе, где-то плюс-минус увеличенная атака. По сравнению с Мэри, Мэри бьет зонально, бьет несколько героев. Этот герой бьет по одному. То есть есть, конечно же, определенные нюансы. Но вот такая вот сборка просто, просто трэш. Вот чисто из-за отхила, я не знаю, это бомбический герой. Смотрите внимательно. 30-й зефир, 14-14. Я вам просто сейчас, вот у меня такая сборка. Смотрите внимательно на зефир. Вы скажете, да, это все отражалки, Мэри так тоже может. Мэри так может, но... У Мэри нету такого отхила. Посмотрите внимательно. Вот нас дамажит, дамажит, дамажит. Фига себе, у нас отхил офигенный просто пошел. Все, зефира просто нет. Его съели, ребята, он пропал. Дальше не знаю, как будет. Я запущу просто. Вот минусы героя сразу же видно. Бьет всех юнитов. То есть юнитов реально дамажит. Пока всех юнитов перебьет. Для этого надо... В таком случае иметь там, например, Дрейка, еще кого-то, кто будет, ну, Анубиса, лучше в данном случае даже Анубиса поставить, чтобы он просто слил нафиг юнитов, потому что с юнитами печаль, герой очень долго будет дамажить. В общем, поехали, ставим сюда Анубиса. Многие спрашивали, в чем, типа, фигня, вот разница очень большая. За счет отхила и того, что этот герой делает. Пофиг, сейчас таким вариантом затащим. Вот поэтому мне этот герой реально на сегодня очень нравится. Да, быстренько сольем зефира, чтобы он нам не мешал. Ну, посмотрите на... Просто кайф. Мэри также может, но у Мэри нету столько иммунитетов и такого, такой возможности. Все, до свидос. Сейчас просто добиваем юнитов. Чтобы дальше просто шла на героев. Может, она и сольется, то есть сейчас дамажит дофига героев, все может быть, урезанный отхил, надо было зеленого смотра собрать нам. Нормальный отхил, видели? 1,5 ляма, как вам такое? Просто кайф, я кайфую от этого героя. Так, стрелок там еще живой, когда он же себя добьет, не, еще живой. Единственное, как бы, минус, то, что нет очень много дамага. Ну, это надо будет еще некоторые сделать нюансы. Ну, это просто так, предварительно, тест. То есть, не хватает дамага. Ну, убить сложно такого героя. У нас мало уклонения, у нас герой с точностью. Если было бы больше уклона, это вообще песня была бы. Ну, по сути, мы даже, если сольемся, то это не страшно. Сейчас попробуем зайти со стороны стрелка, наверное. Так будет получше. То есть, как видите, зефир просто красиво сливается. Да, этот герой имеет свои там плюсы, минусы, но мне нравится намного больше, нежели Мэри. В определенной сборке герой просто неубиваемый. Если поставить супер питомца, уклонение за счет отхила... Ну, я не знаю, за счет дефа дополнительного герой просто кайфовый на PvP локации.
А вот вам еще одно доказательство. Ай-яй-яй-яй. Видите, что сделал? Не то выпустил. Доказательство того, что герой, как бы, ну, по сути, он создан чисто для PvP. Он не создан для таких вот локаций. Он бьет по одной цели. То есть это самый огромный минус данного героя, да? То есть там хоть и ускорение у него есть, и все такое, это не спасает. Но, тем не менее, мне нравится, как Зефир улетает просто в никуда. А, и мы еще Огника затащили сюда. И сейчас, наверное, вдвоем все-таки сожрут. В таком случае можно попробовать бардика подкинуть. Вот смотрите, как с бардом пошло дело. Блин, надо было барды без этого, без питомца кинуть. Я хотел посмотреть. Будет ли разбирать такая сборка или нет. То есть есть свои плюса, есть свои минуса. Говорит, что этот герой говно, я бы не стал. Однозначно он лучше, чем все остальные донатные герои. Да, есть свои нюансы. У каждого героя есть свои предназначения. Что-то они как-то коряво даже скилл сделали. А, давайте другой вариант. А, у меня нету скина. А, попробовать убрать вот это. Посмотреть, сколько же будет и дамаг, и отхил. Если он будет вместе, запущу сейчас барда. Мне интересно, все так зефиры будут отлетать? 202. Сейчас нас, наверное, тут просто будут бешено. Да, смотрите, стойкость только поменяли. Сразу же разница. Поседать мы начали очень круто. Блин, опять не снял плата. Видите, то есть надо какую-то золотую середину идти. Лям отхил. О, отлично, вообще на фул отхилились. Сейчас посмотрим, что будет у нас в таком варианте. Пакт. Плюс отражалка. Ну, такой вариант должен просто бешеный. Вот смотрите, как. Песня. И деф есть, и то есть. Ну, надо тестить. Не знаю, сольет, не сольет, как думаете? Огник проседает, конечно. Все равно дамага маловато как-то. В общем, Огник по дефу круче даже, чем Зефир. Ну, Зефир за счет своего скилла, за счет своего дамага просто сливун. Ну, блин, я не знаю, Бард плюс оккультист, если и ворожей этого героя просто нельзя будет слить тоже. Плюс там еще будет баф, по сути, на атаку. Это вообще будет трэш. Плюс отсюда от этого героя идет сразу обездвиживание. То есть таких героев, ну я не знаю, на такую пачку, если попадешь, это просто будет ад. Поехали, 1-2 попробуем. Стоит ли он своих денег? Ну, скажем так, он сейчас я собрал, допустим, за пыльцу брать нового. Я не знаю, сколько он там по рынкам будет стоить, если брать чисто не через пыльцу, а так. Наверное, бешеных денег, я думаю, смысла никакого нет. Да, такая сборка проседает. Как видите, на дамаг смысла нету собирать. Ну, я еще потестирую, завтра откроется Запределье, тогда скажу точный вердикт уже, но герой мне очень нравится. Давайте попробуем с этим. И вот вариант, здесь и жизнь будет, и крит будет, если надо. Плюс герой офигенный дебафер, вот что самое интересное, то есть он по сути в пачку неубиваемых героев очень круто вклинится. Так, мы пробуем такой вариант.
Видите, здесь проседания уже идут, когда Дрого не активируется. Когда Дрого активируется, это просто жесть. Герой получает просто нули. Не, все равно проседает. Все равно его, когда много автопрока, ну сюда надо пробовать. Давайте попробуем сейчас поставить ворожая. Вариант. А сюда обратно. Хотя, в принципе, пусть. Не, давайте поставим так, сделаем. Хочу все-таки фактом дотестировать. Но это герой без уклонения, я же говорил. Надо с уклонением собрать, тогда будет вообще весело. Не, все равно проседает. В чем конкретно? Ну, посмотрим, может ли. Ворожай тоже проседает так хорошенько. Ну, видите, есть плюсы, есть минусы. Если бардика зацепим. Так, частично мы кого-то там слили уже. Нифига себе. Просто посмотрите, демоны. А барду просто насрать. Его как не пофиксили, так он себе просто тащит дальше. Ну, что я могу сказать? Что тут вообще говорить? Просто бред. Давайте еще поставим оккультиста сюда. Мы уже полный боевой состав ставим. Но я все равно хочу, чтобы герой был с хоть каким-то дамагом. То есть дав плюс дамаг. Так, такой вариант. Поехали. Соло, я вам скажу, вот я читаю комментарии иногда, есть комментаторы такие веселые. Это не имба, его считают. Сейчас соло, ну, я не знаю, сейчас нету таких героев, кроме Барда, потому что он, по сути, он просто это дичь от IGG. Нету таких героев, которые бы просто тащили везде. Ух ты, красиво. Смотрите, что. Такой вариации. Ну, интересно, сделаете вы Зефира или нет? Бард улетел. Да ладно, не может такого быть. Зато эти все держатся. Но Барт, конечно, слетел, это, конечно, жесть. Я в шоке, как? Как это случилось? Я проморгал этот момент. Попробуем еще. Ну это, конечно, круто, что Барт улетел. Значит, он не имба, ребята. Эти сложно. Где есть водушка, фобушка, землеройка, лиз. Вот, кстати, хороший деф. Сложновато. Но Барт улетел, это, конечно, дичь. Так, отлично, загрелась на героя. Вот минус самый... Барт сливается, да ладно. Офигеть. Эту убили, остались они вдвоем. Блин, ну не знаю, круто. Это реально круто. Не знаю, кто там так дамажит. То ли смотр дамажит. Но соло, конечно, он тащит. Но это просто что-то нереальное было. Два раза подряд Барт слился. Пробуем в разные стороны выбросить. Посмотрите, в пачке Барт просто сливается. Офигеть. Просто офигеть. Что-то пошло реально не так.
Смотрите, просто в пачке улетает. Я, честно говоря, в шоке. Так, ну Зефира разобрала. Интересно, что насчет других героев будет. Попробовать юнита убрать. Вот юниты мешают очень. Агриться на юниты, это, конечно, печаль. Посмотрите, Барт проседает так жестко. Я в шоке. Я буду орать, если мы сольемся. Реально. Смотрите, Барт просто улетает. Чё это за прикол? Или где-то что-то активируется? Может, блин... Может, тут на ком-то есть новая чара? Спектр? Ну, вроде нету. Странно очень. Ну, видите, не шатает. То есть... Сказать, что это прям мега шаталка, я тоже не могу. Я тестирую, я вот с вами точно так же смотрю. Против один на один героев тащит. В пачках, ну надо пачку на пачку, для этого будет у нас, думаю, атака фортов. Ну конечно, я буду еще тестить на других локациях. Ну до этого мы дойдем, посмотрим. Но герой однозначно лучше, чем Мэри. Так, пробуем с пактом. Блин, мне нравится, как Зефир разбирается. Просто сказка, честно скажу. Ну, дотащишь дальше соло. Блин, вот хил, конечно, бешеный. Ну, видите, работает недомогание. Есть тоже свои нюансы, но Зефиры разлетаются. Песня. Песня просто. И плюс то, что герой имеет вот реально хороший дополнительный даф и подхил. Поражайчиком вообще каска. Каска, сказка, ребятушки. Смотрите, вдвоем начали дальше сливаться. Сливуны. Тут действительно нужен дамаг. Ну, я думаю, в такой сборке... Что-то вообще какие-то герои стрёмные. В общем, не знаю. Такое, знаете, среднее впечатление по поводу битвы гидлей. Раз на раз не приходится. Но однозначно против Зефира. А вы прекрасно знаете, что слил Зефира и вообще просто в шоколаде получается. Дальше можно уже чудить. Так, 1-1. 700, 1-1, 700, 1, 101 и 107. Двух топов отсюда пробуем. Так, Космо. Что ты нам скажешь, Космо? Вот видите тоже. Космо дамажит. Сам себя убивает. Ну пусть поубивает немножко. Надо юнита повыбирать. Так, Фобушка прилетел. Начал Зефир дамажить. Смотрим. Ай-яй-яй-яй, куда ж ты бежишь? Куда тебя понесло? Против всех. Ну посмотрите, даже такой вариант против всех. Как по мне, очень достойно. Очень даже достойно. Единственное, что вот мне тут не хватает того, что делает Мэри. Мэри просто их развалила бы всех сразу. Ну, конечно, Мэри, я думаю, так бы себя не хилила. В этом и разница между героями. Плюс здесь иммунитеты. Бомба. Минус один. Смотрим, что дальше у нас. Кто у нас следующий? О май гад, посмотрите, что она творит. Минус огник.
Там и Мэри дамажит уже. Блин, ну ребят, вот ради этого реально этот герой достоин быть в алтаре. Вот чисто вот даже если такой вариант, я считаю, это более чем достаточно, чтобы сказать, что этот герой реально хорош. Не знаю, мы сейчас либо сольемся, либо затащим. Я думаю, затащим. Или сольемся. Кто его знает? Шанс слива, как обычно. Ну, в принципе, сейчас еще бардик должен поднять, если повезет. Так. Нифига себе! Просто красавица. Вот реально, вот чем мне нравится этот герой? О, нифига себе, зарядили. Ну, все равно. Блин, отлично. Так держать. И причем это, ребят, посмотрите, какая сборка. С пактом. Сборка с пактом. То есть дамаг. Ну, можно пробовать, наверное, ПД-шку ставить. Этот рожалок. Ну, мне понравилось. Так, поехали дальше. Вот Зефир, ну просто персик. Далее еще немножко подхила. А герой сам себя хилит. Этого маловато. С этой стороны бардика. Тут выкинули Анубиса. Слили юнитов. Почти слили. Вот посмотрите, как герой в такой... Куда ты слилась? Ну там, конечно, бомбически. Ого, нифига себе. Нифига себе. Что же будет, как же быть? Бум, Дрейк вылетел и сразу же жахнул. В общем, такой вот тест, ребят. Что я могу сказать? Герой интересный. Интересный в плане того, что он нестандартный. В плане того, что есть отхил, есть иммунитеты. И есть возможность убивать Зефира, Фрей и прочих. Особенно этот герой будет востребован на Запределье. То есть для Запределья это просто, если там еще поменяют плюхи какие-то, однозначно плюс. Для PvP локаций будем дальше тестировать. На битве гильдии я вам показал. Знаете, такое впечатление средненькое. Но были пачки, где он тащил. Самое главное, что он сливает Зефира, который с водушкой. Это однозначно плюс. Были пачки, где он тащил, были пачки, где надо было дополнительных героев, но опять же, учитывайте то, что это один герой выходил против шести, то есть в любом случае вам что-то надо. Но, как видите, с помощью наших чудесных героев можно делать чудеса. Ну и была катка, где он реально показал себя во всей красе, показал. В общем, буду дальше тестировать, ставьте лайки, ждите новых видосиков, всем удачи, всем пока.